Остановка Дальзавод. Здесь. И вот такой вот скверик. И опять лестница наверх. Весь город Владивосток — это одни сплошные подъемы, спуски, сопки. Школа. Ну, тут даже стадиончик есть небольшой с воротами. Там вдалеке за зданием видны пилоны Золотого моста. Посмотрим, что здесь. Турники, брусья. Шведская стенка с турниками. И футбольное, баскетбольное поле. Интересно как-то прогуляться не по центральным улицам, а по дворикам. Так вот живут люди, сушат белье. Ух ты, какой здесь дворик интересный. Почтовые ящики стоят. Вот такая вот территория, такой дворик Владивостокский. Интересно так, интересно так посмотреть, непривычно.
Пушкинская, 38. Здесь. Какой-то серьезный. А, посольство Соединенных Штатов, что ли, здесь? Наверное. Герб. Герб Соединенных Штатов висит. О. Какой. Домики стоят. Деревянные, кирпичные. Так вот. Ух ты. Там какой-то двухэтажный домик с балконом стоит вон. Светланская, 109А. Здесь адрес такой. Такой дворик. Здесь продолжаются работы в скверике. Лавочки сделаны, кустики посажены. Деревянный домик. Подойти посмотреть надо. Здание уже приходит в негодность. Здесь вот такой вот деревянный домик стоит.
пахнет травой скошенной. Вон он, тот домик с балконом. Строители подключились к колонке и используют воду для своих нужд строительных. Что там наверху? А наверху тот самый домик с балконом. Да, ух ты! Ха! Ничего себе! Под крышей какая-то там интересная резьба такая сделана. Что-то похоже на орла. Эх, вот если бы не пластиковые окна. Да, вот так вот здесь. Улочки. Тут, можно сказать, деревня. Ну, здесь деревня была когда-то. Вот он, домик с балконом. Разваленный уже, конечно, и нежилой. Ну и здесь живут люди. Вот такая вот здесь улица. А улица называется Шкипера Гека.
Виталий Бонневур, комсомолец, герой гражданской войны. Животный мир. Здесь что? Здесь у нас тупик. Здесь тупик. Еще одно место для отдыха горожан. Сквер. Один дворик. Что здесь? Здесь у нас здание Владивостокского цирка виднеется. Большая стоянка.
клоун нарисован.